А после, переодевшись уже в кимоно, Владимир Путин вышел на татами и потренировался с дзюдоистами. Во время разминки, спарринга президент отработал различные приемы и броски в паре с несколькими олимпийскими чемпионами. После тренировки глава государства поделился своими впечатлениями, сказал, что физические упражнения улучшают настроение и меняют взгляд на жизнь. Цитата: «Почти что розовые очки снимаются».